Добрый день, меня зовут Геннадий Самухин, я сценограф, работаю в России, в Москве, но делаю разные мероприятия для разных людей, различные мероприятия, в том числе и сцены, и шоу-программы, и свадебные мероприятия в том числе. Ну, в России существует сейчас тенденция, ну, вообще трудно сказать про тенденции в оформлении свадеб, потому что, в принципе, это вещь сугубо индивидуальная, и каждый заказчик видит свою сказку по-своему. Поэтому, наверное, говорить про какую-то общую сложившуюся тенденцию трудно. Но могу сказать, что касается свадеб и их оформления в России, то это некий синтез между оформлениями восточных свадеб и западных свадеб. То есть можно сказать так, что Россия является тем местом, где соединяются две культуры Востока и Запада, и поэтому мы соединяем две этих культуры, и мы хотим, чтобы, вернее так, мы делаем эти свадьбы, наверное, как сказать, менее такими пышными, как на Востоке, но более сдержанными, как на Западе. Я не знаю, как это правильно сказать, как-то так.